Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал, смотрите меня. Наконец-то весеннее открытие, 10 дней. Я запланировал посвятить отдельную тему всеми нами, ну то есть большинством, я так думаю, охотников, любимую охоту, это вечерняя тяга вальдшнепа. И я соберу, в общем-то, вот сколько я здесь дней нахожусь в угодьях, там 3 или может получится 4 дня, и все 4 вечерки я соберу в один фильм. То есть мы с вами посмотрим, как у меня проходила охота на вечерней тяге. Да, очень много ребят, охотники, молодцы, снимают, выкладывают эти фильмы про охоту на вальдшнепа, рассказывают так детально, подробно, какие-то советы дают. Я не буду всего этого пересказывать, друзья, но какие-то свои вот наблюдения со своих охот обязательно вам буду освещать. Да, друзья, единственный момент во всем этом, охота происходит на закате, и вот камера, особенно эта налобная экшн-камера китайская моя, она, конечно, мне очень нравится, я уже с ней сроднился, но в ней есть одна особенность, она очень любит свет, и вот обычно тяга, она уже, когда такие сумерки, хорошая тяга идет. Поэтому не обессудьте, если вдруг что-то там будет не так четко видно, как хотелось бы. Ну что ж, друзья, давайте отправимся с вами на охоту. Нас с вами ждет первая вечерка. Первая вечерка открытия весеннего сезона. Вперед! Как можно не выбраться в эти 10 дней, пока погода еще более-менее открытие весеннего сезона, поохотиться на вальдшнепа, на этого носатого лесного кулика. Миша уже здесь, он на изготовке, мой напарник. Я у него в гостях нахожусь, он меня привел на место. Мих там уже все, он уже приготовился. Мы так немножко наискосок друг от друга сели, потому что вот там лес. Он может и вот так параллельно идти, и оттуда идти. Время 7:30. Ну, должен через полчасика где-то пойти. Пока выстрелов не слышно. Охотники здесь тоже есть, и я уже слышал, стреляли. Но сейчас красота. Вот я всегда люблю, чем мне охота на вальдшнепа привык. Ух ты, комары уже. Обалдеть. Мих, комары пошли. Да, вот так вот. Чем меня привлекает охота на вальдшнепа? Это не только, ну, сам трофей, да? Он такой, это очень спортивная, конечно, охота такая. Вот за что ее и любят. Почему она так у нас на Руси вообще славится, ее охотники любят очень. Но еще и возможность послушать птиц, послушать пение, отдохнуть, потому что когда вот это все начинается на закате, и ты просто душой отдыхаешь, это вообще ни с чем не сравнимые там просто все трели, которые только могут. Но сейчас пока вот они тихо еще. Сейчас уже закат такой, сейчас еще солнце зайдет, и уже такие пойдут ночные эти вечерние. Красота. И главное, что сейчас вообще штиль, вот просто ветра нету. А воздух, температура где-то, ну, градусов 15, наверное, не меньше. Прям тепло, я еще и свитер одел. Вообще-то, когда вот солнце уже заходит, прям весеннее такое чувствуется. Морозец. Мы без всяких манков, шапку я бросать не буду, как некоторые видел. Ребята подбрасывают. Ну да, даже смотрел, реагирует он. Как бы думает, что это самка, прям даже заходит на эту шапку. Кто-то с грушей вот с этой вот, ну мы так. А главное еще воздух вот прям из леса с соснами такой еловый, ну сосновый такой прям, хвои, правильнее сказать, хвои прям аромат идет. Из полей тоже прям начинается такой вот природа, после зимы особенно прямо как глоток воздуха свежего. Да и настроение такое же прям хорошее, весеннее. Жалко, сейчас не снял. Сейчас камеру включил. Миха только что
Нашел, Миш? Ну он так, это на бреющем туда, да, прочертил? Наверное, не попал. Ну да. Он не попал, да. Но уже хорошо. Слушай, ну уже хоркал, уже хорошо. А, он свир? Нет, я слышал, хорка не было. О, уже первый. Ну все, ждем сейчас. Уже красота, друзья. Угу. Пошел ближе к дороге туда. Ну да. Там может пройти тоже. Вот он есть. Вот она красота. Ну прям в руки практически. Ну вот это хорошо, это прям ровненько, не в кусты куда-то туда. Вот он. Носатый товарищ. Вот он, первый мой вальшнуп сезона. Ровно в сердце. Отлично. Вот такой вот красавец носатый. Ну, цвиркал, Миш, цвиркал. Он как бабочка прям падал. Такой закрутился так. Ну вот он, друзья, вот он мой вальшнуп. Получилось красиво. Он запорхал такой, ну, падал, как бабочка закрутился. Ну вот она, вот самое, что ни на есть, отрада охотника. Это любимая мной, да и я думаю и вами, спортивная охота на вальшнупа. Миха мне поснул. Вот так вот и закончилась тяга. Буквально 40 минут. Резко стемнело. Мной добыт красавец лесной кулик. Увидимся на следующей охоте. Всем пока. Хотел бы поделиться несколькими советами простыми, как он тянет вообще, куда лучше вставать. Я обычно выбираю вот место, где идет лесополоса, и либо какая-то довольно широкая просека, либо вот бывает так, что лес разделяет какое-то поле, поляна. Вот очень хорошо встать где-то на этом поле, на поляне, ну, может быть, ближе к лесополосе самой. Вальшнуп, он идет вдоль леса, вот, в основном. Если эта лесополоса длинная, то я вот обычно смотрю по спутниковым картам, смотрю, да, тянется прямо какая-то, может быть, грунтовая дорога рядом идет с лесом. Вот это как бы ориентир. И да, вот в принципе, как бы можно вставать где-то чуть-чуть, вот выйти от этой дороги, от лесополосы отступить, и ты уже будешь его видеть, слышать точно. Его хорканье, это вообще ни с чем не сравнимо, ты его из сотен других голосов четко узнаешь. Это, я не знаю, с чем сравнить, не знаю, может быть, с этой, с крякалкой полиции, но этой, гаишников, не знаю. Ну, такой вот он. Интересный. И вот когда ты стоишь, или я сейчас сижу на этом рюкзаке, на стульчике на своем, вот, то он идет волнами. И вот прям по выстрелам слышно, охотники приходят тоже. Прям слышно, как там пошел. Вот такие волны. Потом стихает все, проходит минут 10 опять. И бывает, что они не хоркают, а цвиркают. Ну, тоже. Ну, как бы такой этот вот
Двойной такой писк резкий. Причем некоторые птички бывают, что копировать пытаются. У них это не очень получается. Но я вот бывает так, раз отвлечешься, вроде где-то циркнул. А нет, это не вальшнап. Я всегда прихожу на эту охоту чуть-чуть раньше тяги, ну где-то за полчаса, для того, чтобы просто вот как бы приобщиться, слиться с природой, подышать воздухом, послушать птиц, природы полюбоваться. Ничего страшного, что даже если будет накрапывать небольшой дождик, ну, как бы у меня даже по опыту и вообще, вот мужики-охотники говорят, что когда дождик идет, то вальшнап лучше тянет. Сейчас вот время у нас, сейчас 15 минут восьмого, в принципе, я подозреваю, что вот где-то с пол восьмого уже можно его слушать начинать. В районе 8 вечера вот сейчас вот он может вот так начать тянуть. В общем, друзья, сидим, ждем, дышим воздухом, любуемся и ждем в тяге. Не пуха нам. Свиньи, а? Нагадили. Водка. Пиво. Прям вообще сижу и самому неприятно. Скоты. Приходится убирать за ними. Подбирать. Вот. Также намного лучше. Что мешало в этот же пакетик собрать аккуратно за собой свои напитки спиртные. Я сам-то не пьющий. Ну ладно, если бы выпивал, то, наверное, бы убирал бы за собой. Скотство какое-то. Так, заберем обратно. На мусорку отвезу. Чай попили. О, вот он где-то. Где-то идет. Вон он, вон далеко пошел. Да-да-да, далеко пошел. Все, началась тяга. А он вот так вот пошел за березами, за теми. Вот, вот что я вам и говорил. Кажется, что цвирканье вальшнапа, а нет. Это маленькая такая, я их пастушки называю, ну не знаю, как они правильно. Маленькие такие, они как бабочки такие. Шмарк, шмарк, тютить, тютить. Пытается подражать. Все, вечерние переговоры пошли у птиц. Сейчас весной просто вообще их просто столько, столько звуков. Весь лес просто поет. Вот они. Да. Два прошли, не попал, бывает такое. Вот они процвиркали, не хоркали, а цвиркали, но высоковато вообще-то. Они высоковато шли, а у меня бесконтейнерная дробь. Надо, может, было брать контейнер. Вот, один выстрел уже есть. Вот этим эта охота и интересна, друзья. Ну да. Бывает, что, конечно, ниже он ходит. Этот прям два процвиркали, не хоркали. Этот один как-то прям начал вроде загибаться. Но это они так обманку делают, да, я знаю. И он так сперва начинает вроде как бы планировать, а потом уходит. Рядом где-то дробь прошла. Кстати, стрелять стрелял. А гильзу не поднял за собой.
Так, так спокойней. Все темнеет. Темнеет. Сейчас скоро в камеру будет плохо видно. Она у меня такая, что это, светолюбивая. А он как раз тянет хорошо. Так, сейчас сколько? 8 почти, да, без 5. Сейчас без 5-8. Вот-вот, вот самое время. Вот он. Есть. Ага, туда. Туда под сосну. Ну, сейчас пока без фонаря, на всякий случай фонарь возьму. Есть, ребят. Вот она. Красота. Хоркал летел. Туда вроде под сосну упал. Я всегда фонарь беру, потому что без собаки. Ага, вон он там. Надо добрать. Или дойдет. Наверное, дойдет. Вот он, друзья. Красавец. Есть. Все, все. О, первый сегодня вальшнап. Отлично. Они такие прям, я смотрю, довольно крупноватые, жирноватые в этом сезоне. Так, давай, отлеживайся. Еще летит. Еще где-то. Он далеко. Не, ну это... Этот далеко пошел. Да, он, этот далеко от меня. Таких я не беру. Ну, то есть не беру. Не стреляю зазря. Ну что ж, друзья, я уже снимаю затемно. В свете фар автомобиля. Сегодня добыт один вальшнап. Один выстрел, один вальшнап. Ну да, еще один промах. Вот, но... Это бывает. И на старуху проруха, это как бы такая классическая охота. Здесь и промахи. Нормально, все в порядке вещей. Какой охотник в конце концов не промахивается? Поэтому я очень доволен. Я парень не гордый, мне и одного достаточно. Кто-то там рекорды, смотрю, бьет, по 4 уже набивает. Ну, здесь на этом месте, как я понял, не так уж и много его пролетает. Мы с вами вновь на вечерней зорьке, на охоте на всеми нами любимого вальшнапа. Еще один день весеннего сезона. Вчера вообще погода такие сюрпризы преподнесла нам. Стоял ливень такой, то есть столько осадков выпало, дороги все размыты. Я вчера на вечерку все-таки сподобился сходить, но толку было мало. Шел сильный ливень, при этом был довольно такой порывистый, сильный ветер. И тяга была, но очень слабая. Я вообще где-то там над лесом только слышал двух вальшнапов. Они цвиркали, больше, собственно, тяги и не было. Вот, очень редкие выстрелы. Надеюсь, что сегодня... Вот, ну, сегодня вообще дождя почти не было. Днем такой ветер был сильный. Наверное, метров 15 в секунду. То есть такой прям хороший ветер. Сейчас более-менее стихло под вечер. Время сейчас 6:30. Я чуть пораньше приехал. Думаю...
Почему-то думаю, не знаю, чуйка может подсказывать, что сегодня тяга может быть пораньше. И вот там за спиной у меня запад, там уже вот такой прям просвет полосой. Возможно, и погода наладится. Ну что ж, ребят, будем ждать тягу вновь. Ни пуха. Не, это вот эти вот пастушки, они, это не вальшник, это я думал, что он циркает, это всегда вот так. Сейчас солнце так вот выглядывает из-за облаков, уже на закат идет, и вот деревья леса, лес. Прям вот так озаряется. Вообще, ребят, непередаваемая красота просто. И птицы. Видимо, все сейчас. Облака уходят, фронт этот прошел. Все, сейчас птицы оживать начали. Вчера вообще все молчали, сегодня вон активные какие. О, где-то гуся, что ли, слышал. Да, гусь пролетал. Кстати. Да, здесь проходит в этой губернии эта трасса гуся. Ну, на кислороде они шли высоко. Да, собственно, я сейчас и не по гусю. Вот она летит. Ой, далеко. Вот он прям. Да, он прям за деревьями там пролетел. Он пролетел вот так вот по опушке. Не, ну туда куда стрелять-то? Прямо там за деревьями прошел. Над верхушками деревьев. Ну все, тяга пошла. Время. 7:30 ровно. Ха, прям как по расписанию. Да, он бывает там проходит. Прям вот так, ну. Нет, туда я вообще не стреляю, потому что даже если попадешь, ну там вообще далеко там. Даже если попадешь, в принципе, то он упадет туда. Куда-нибудь в лес. Потом как его доставать, искать? Без собаки вообще не вариант. Ну, одного уже видели. Уже хорошо. Прям сразу я это... Он не хоркал, цвиркал, сразу услышал. Облака такие красивые. А ветер прям... Там запад, да? Ветер северный. Да, поэтому так и похолодало. Вот он. Эх ты, в лес пошел. Да, туда стрелять. Туда нехорошо, оттуда, откуда-то он. Поздновато, если бы услышал раньше. Можно было бы оттуда как-нибудь взять, но туда уже в лес. Не стал бы я туда стрелять, и они сегодня высоковато идут. Ну ладно, это уже второй, это уже радует. Вот она тяга, выстрелы слышу, отдаленные. Вот, кстати,
тоже лесная дорога идет, довольно прямая. Вот он как бы оттуда идет и раз завернул и туда, на лесную дорогу. То есть они стараются такими вот просеками тянуть. Вот. Есть. Вот. Есть. Так, на дорогу вроде. Упал на дорогу. Я надеюсь, что чистенький он, не убежит. Ха. Вот так вот. Но он далековато шел. Где-то еще, что ли? Где-то сюда. А, вот он, да. Прямо на дорогу. Ух ты. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Все. Надо же, прям по месту попал. Вот, один есть сегодня. Ну, вот так вот в день по одному насатику брать отлично. Я вот слышу, может, еще где-то. Это да, этот прям вот так вот над этой дорогой и шел. Прям вдоль леса, как я вам и говорил. Вот, это третий. Это третий, которого я сегодня видел. Вот этого третьего взял. Ну еще посидим, растяга идет. Да, красота. Красота, друзья. Вот такой вот красавец. Прям натюрморт. Ну что ж, сегодня, к сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Сегодня, к сожалению, крайняя вечерка моя по Вальшнапу. В этих угодьях, куда пригласил меня друг. Ну, ребята, они поехали. Они, в общем, каждый из нас, как я понял, выбрал какое-то свое любимое такое место. И с него старается никуда не дергаться больше. Вообще, я, конечно, люблю тоже изучать новые места. Вот. И даже как бы есть одно место такое на примете, но просто времени маловато вот на это, на все. И уже как бы тут, мне тут все полюбилось. Вот эта полянка, эти сосенки такие молодые, лес рядом, поле и закаты. И я здесь уже, вот это место мне уже как родное, поэтому я сюда прихожу каждый вечер. Ну и тяга, в принципе, здесь есть. Может быть, она не такая высокой концентрации, да, но 4-5 вальшнапов я наблюдаю периодически. И, как видели, даже бывает результативно добываю. Сегодня вообще погода очень странная. Еще вот с ночи как бы уже было звездное небо, и вот весь день ни облачко, ничего. Сейчас уже какие-то облака, даже такие темные, уже откуда-то нагнались. Я так подозреваю, что идет смена ветра. Вчера ветер был такой, вчера ветер северный вообще был. В принципе, кстати, он и сейчас тоже. А, нет, а вот сейчас уже он, наверное, юго-западный. То есть, наверное, будет южный ветер, потому что он такой становится более теплый. И весь день стоял такой ветер, сильный ветер, и с порывами прям хорошими. Даже вот сейчас, час назад, собираясь на охоту, ветер такой прям аж верхушки сосен загибал. Сейчас вообще тишина стихла, солнышко потихоньку идет к закату. Я вот всегда прихожу немножечко чуть раньше, на полчасика до наступления тяги. Ну, это время позволяет вам подумать о чем-то своем, не знаю, побыть наедине с собой, там, если с другом, пообщаться о чем-то, да, там, послушать, опять же, природу, птиц в лесу, подышать воздухом, попить чаю традиционно всегда, это замечательно на природе, попить горячего чаю.
Чего и вам желаю, друзья. Где-то собачки уже лают у охотников, уже на изготовке, готовы забрать добытый трофей. Вот еще такой момент хотел бы, ну, может, в качестве совета. Сейчас, тихо. Не, показалось. В качестве совета, вот лесополоса, да, идет, они очень часто ходят либо прям по опушке, где-то над верхушками вот этих деревьев, сосен, там, неважно, либо вот где я, например, сижу, может быть, чуть ближе, чуть дальше. И вот, когда уже, вот сейчас еще видно, можно там стрелять, как я вот предыдущую вечерку. Вот он туда на дорогу у меня шлепнулся. Шел прям вот вдоль леса. Там высоковато он шел. Вот. А когда темнеет, я туда вообще стараюсь не стрелять, потому что лучше не выстрелить, чем не найти потом. Это очень обидно. Вот. И стараюсь где-то вот он сзади обычно любит тоже. Тут вот такая, как сказать, просвет такой. Вот он этим просветом тоже любит идти. Вот. И тут как бы хотя бы поляна такая перед этими сосенками, тут хотя бы видно, куда он падает, то есть даже с фонариком его можно будет найти. Ну так, в качестве тоже заметки, если только начинаете охотиться вот по вальшнапу, на всякий случай. Ну, собачки, куда ж без них. Ну, бывают такие дни, что вообще тяга слабая. Вот я наблюдаю тоже. Век живи, век учись. Вот за природой, за погодой, как она влияет. Ну, говорю, сегодня странный такой день прям. Ветрище стоял, будь здоров, а сейчас подстихло. И облака такие, ветер поменялся. Вообще еще вот что заметил, когда ясные дни такие вот, да, солнечные, и как бы облака высокие, они тянуть начинают чуть позже. Где же носатик-то? Без 5:08, по идее, ты уже должен. Может, выходной взял. Да, как-то с тягой. Сегодня прямо, наверное, к смене погоды, может быть, друзья. Ну и, в общем-то, и ничего страшного. Посидел, подышал воздухом. Ну еще посижу, конечно. Правда, в камеру там все меньше и меньше становится видно. Во, как птицы разговорились, обалдеть. Может, и вальшнап поговорить захочет. Птичка рядом. Вот он.
форкает. О, нет, ну это далеко, я его вообще... Это он вообще вот там аж прошел. Так. Вот же он. Есть. Так вот, ничего себе, а я уже пошел закругляться. Так, скорее ищем, потому что упал он далековато. Я примерно заметил, куда. Вот он. Вот он, насадик. Ну все, все, бедненький, все. Прости, прости, мой хороший. Слушайте, друзья, ну это вообще нечто. Я уже думал, что все, тяга уже закончена, вообще ничего не видно, ни черта. Так мало того, я сейчас пока за ним шел, сейчас слышу, еще два где-то процвиркали. Прямо надо мной где-то пролетели. Все, вот, вот так вот, вот так, ребят. Уже затемно, в камеру-то, конечно, вообще, наверное, ничего не видно было, этот выстрел. Но, ну что я могу вам сказать, вот такая вот тяга неоднородная, время уже к 9 вечера. Вот он мой насатик, это уже крайний насатик сезона моего. Отлично, отличное завершение охоты. Вот, хочу вам совет один дать. Он такой, конечно, жестоко, но... Что делать, чтобы птица не мучилась? Вот видите, в данном случае я крыло ему пробил, а сам по телу не попал. Ну, темно. Вот. Не надо там, шею некоторые ломают. Вот здесь берете, вот так вот, грудь. Вот здесь находите, вот так вот чувствуете артерии там, и прямо сдавливаете. Буквально там меньше минуты, и все. Он перестает мучиться. Вот такая вот тяга получилась. Фух. Ну вот, как видели, тяга началась довольно поздно. То есть со сдвигом где-то вот от обычных вот этих трех дней, со сдвигом где-то на полчаса, даже минут 40. Вот поэтому красавцу, насатику, я стрелял уже вообще, когда ну практически ничего не было видно. Считайте, почти наугад, но, как видите, результативно. Вот, я очень рад, я благодарен природе, что подарила мне возможность поохотиться, добыть дичь вот за эти короткие дни. Желаю вам почаще выбираться на охоту. Постойте на тяге, это просто, ну это очень милая охота, это добрая такая, приятная охота. Желаю вам большущей удачи, как обычно, и не только на охоте, но и в жизни. Всем, кто закрывается, вот, желаю, как говорится, поздравляю вас с полем, коллеги, ребята, подписчики мои. И хочу пожелать тем, кто в северных регионах, еще открытие предстоит, пожелать вам всем ни пуха, ни пера, друзья. Ну и пока, до новых встреч. Увидимся.